Привет всем, меня зовут Стритер, и я с проекта Coach Humor. Последний раз вы могли меня видеть, если вы следите за нашим проектом, когда меня разыграл мой друг Амир на бейсбольной игре. Да я ничего! Так что, ты женишься, правильно? Знаете, когда во время перерыва в баскетбольном матче один счастливчик выходит на корт, получает возможность сделать точный бросок и выиграть кучу денег. Итак, а что если это будет мой друг Амир? И что если он попадет в этот бросок и выиграет полмиллиона долларов? Потом мы ему скажем, что это все розыгрыш. Минутой спустя. И что он будет делать перед глазами 18-тысячной арены? Будет ли это смешно? Я думаю, да. Полный доступ. Вы посмотрите на это. Итак, ребята, скажу вам пару слов. Амир уже на месте. Он с нашим общим другом Нио. Нил со мной заодно, и он посадил Амира на нужное место. Нил спортивный обозреватель, и он будет писать отчет об игре специально для журнала. И он попросил Амира пойти с ним на игру, и он посадит его прямо на то место, куда и надо. И поэтому Амира точно выберут. Выбор сделан. Сектор 107. Я знаю, кто это. Поздравления нашему счастливчику. Встаньте с вашего места. Привет, ребята. Меня зовут Стритер. Я работаю на Coach Humor. Я буду рад, если вы поможете мне разыграть моего друга сегодня. Вот что должно произойти. Через пару минут. К слову, Амир сейчас по трибунных помещениях, и он точно ничего не слышит. Тем временем. Это большие деньги. Полмиллиона долларов. Надо поставить несколько подписей. Ты уже сфотографировал это видео? Ты хорошо выглядишь. Через пару минут он вернется и попробует сделать бросок с закрытыми глазами на полмиллиона долларов. И неважно, попадет мяч в кольцо или нет, я попрошу вас, ребята, кричать и радоваться так громко, как вы это делаете на протяжении всей игры. Пожалуйста, помогите мне, и я обещаю, я никогда не сниму эту футболку. Две минуты спустя. Итак, самое время начать наше шоу с возможностью выиграть полмиллиона долларов. Итак, давайте завяжем Амиру глаза. Один бросок с закрытыми глазами на полмиллиона долларов. Кольцо прямо напротив тебя. Середина площадки. Ты в шаге от миллиона. Это твой бросок. 4, 3, 2, 1. Бросок! Ты только что выиграл полмиллиона долларов. Амир, полмиллиона долларов. Что ты собираешься делать с деньгами? Я не имею понятия. Я не знаю. Хорошо, есть над чем подумать. Но давайте же вручим ему чек. Где чек? А вот и чек на полмиллиона долларов. Чек на полмиллиона долларов прямо здесь. Мои поздравления. Так что же ты будешь делать с деньгами? Спасибо всем большое. Вы сможете это увидеть на сайте уже завтра.
Ты как, чувак? Так что случилось, когда я бросил? Я промазал, правильно? Ты был совсем не точен, чувак. Ты тоже с ним? Спасибо, Нил. Хреново, правда? Но почему все радовались и кричали? Я попросил их радоваться за тебя. Тяжело поверить, я понимаю. Но теперь можно сказать, мы квиты. Ты серьезно подумал, что выиграл полмиллиона? Да, я уже думал, я выиграл полмиллиона. Ну прости, чувак. Это было слишком круто. Это круто, потому что я знаю, что я сделаю с тобой в следующий раз. Но тебе придется потерпеть. Вот серьезно, правда? Это будет в течение года-полтора. Но у меня уже нету девушки. Что же ты будешь делать? Ты уже не сможешь порвать мои отношения с девушкой.